Сегодня я расскажу о замечательном художнике и человеке Андрее Осиповиче Никулине, первом алтайском профессиональном художнике. Он родился в 1878 году в деревне Камышлово Курганской губернии. Все, что он достиг в своей жизни, он делал благодаря своему труду, и во многом он был самоучкой. Он уже с детства стремился к знаниям и все достигал самостоятельно. Он обучился игре на скрипке, умел писать, уже рисовал. Семья была крестьянская, многодетная, и поэтому Андрей Осипович Никулин постоянно вынужден был уже с детского возраста работать. Он нанимался в батраки, потом уже, когда был постарше, работал помощником волосного писаря. Ну а когда ему исполнилось 13 лет, семья в поисках лучшей жизни переехала на Алтай. Когда семья уже поселилась в Барнауле, Андрей Осипович Никулин стал работать помощником аптекаря. Он в свободное время в тайне от своего работодателя выполнял какие-то рисунки, и когда жена аптекаря застала его за этим занятием и увидела, что у нее получается, она приняла горячее участие в судьбе мальчика. Она рекомендовала его отцу отдать его в горное училище. В то время в Барнауле только там можно было обучиться искусству рисования. И Никулин стал посещать это училище. Он делал большие успехи, и уже во время обучения его стали приглашать в Барнаульский народный дом, оформлять разные мероприятия, праздники, спектакли. За успехами юного начинающего художника внимательно следили люди, известные в городе Барнауле, интеллигенты. Они решили помочь мальчику получить дальнейшее профессиональное образование и помогли в сборе средств ему для обучения в Санкт-Петербурге. В 1998 году Андрей Осипович Никулин поехал в Санкт-Петербург и поступил в Центральное рисовальное училище имени барона Штиглица, в котором проучился 5 лет. Это было очень интересное время, и судьба юноши очень кардинально изменилась. Он из патриархальной крестьянской семьи сначала оказался в купеческом Барнауле, и вот уже в столице, в Санкт-Петербурге, он попал в интеллектуальную среду, можно сказать, высший свет. Каждое лето он приезжал домой, помогал семье. В это время умер его отец, и очень тяжелая доля досталась юноше. Когда он с успехом закончил образование, его поощрили пенсионерской поездкой за границу. Тогда это было так принято. И в 1903 году он уехал во Францию. Он очень волновался, как сам он вспоминал, когда он ехал в поезде, видел незнакомые места и мечтал оказаться на Алтае среди родных берез. Но все в Париже образовалось. Он влился в русскую диаспору, вспоминал, как они чаевничали, пели русские песни. Для училища он должен был писать интерьеры византийских храмов, но в свободное время занимался любимым делом, писал пейзажи. С собой он привез много замечательных произведений, написанных им в Италии, во Франции. Мы видим на них развалины Колизея, парижские
улицы, площади, сады. Это замечательные этюды, выполненные в стиле импрессионизм. В то время Никулин соприкоснулся с богатой европейской традицией. Он даже некоторое время обучался в Париже в Академии Жулиана. Благодаря тому, что он экономно жил и у него накопилась часть денег, он сумел продлить пребывание в Европе до 1905 года. Когда он вернулся домой, на родину, в Барнаул, он стал искать место, где он мог бы приложить свои усилия в работе, реализовать себя как художник. Но, к сожалению, это ему не удалось. Его пригласили преподавать в Саратов, Боголюбовское художественное училище, и он принял предложение. Ученики вспоминают его как замечательного, талантливого педагога, который вкладывал душу в обучение своих маленьких подопечных. Он не только помогал им получать профессиональное мастерство, но и участвовал в их жизни, помогал даже материально. Сохранилось очень много отзывов учеников, которые с любовью вспоминают о нем. Но вот началась Великая Октябрьская социалистическая революция, и Никулин в 1917 году возвращается на Алтай, на родину. В это время и в годы Гражданской войны Алтай был, как его называли многие сибирские художники из других регионов, культурной столицей Сибири. И Никулин был одним из тех художников, кто олицетворял такое положение дел. Здесь он преподавал в художественной студии, а в свободное время ездил в горный Алтай. Это у него вошло привычку еще со времен работы в Саратове. Они ездили на этюды вместе с другим известным алтайским художником Григорием Ивановичем Гуркиным, лучшим другом Никулина, с которым они вместе учились еще в Петербурге. До 1923 года Андрей Осипович Никулин жил на Алтае. Мы знаем великолепные работы этого периода, алтайского периода, написанные им. Это замечательные шедевры «Голубой Алтай», «Кедровый лес» и многие-многие другие работы, которые сделали его известным пейзажистом. Но время шло, менялось, наступила другая эпоха, так называемая новая экономическая политика. Художникам стало жить тяжело, и они в поисках лучшей доли стали покидать Алтай. И Андрей Осипович Никулин принял предложение и поехал работать в Москву на Мосфильм. Он стал художником кино. Там, на Мосфильме, он организовал художественную живописную мастерскую и проработал там до самого ухода из своей жизни до 1945 года. Он принимал участие практически во всех кинолентах, которые выходили в этот период на киностудии. Работал с великими режиссерами, Эйзенштейном, Роу и многими-многими другими. Сначала его деятельность заключалась в основном в том, что он создавал живописные фоны в павильонах Мосфильма. Это были большого размера задники, которые достигали порядка 10 метров высотой и 30 или 40 метров шириной. Вот такие были огромные холсты, на которых художник писал пейзажи природные, архитектурные, которые были необходимы для этого фильма. Сохранилось очень много фотографий, где Никулин изображен на фоне какого-нибудь задника. Например, есть
великолепный снимок, где он с группой своих помощников работает в декорациях известного фильма «Новый Гулливер». Или запечатлен на фоне ночного города к известной киноленте «Цирк». Он был новатором во многих областях своего профессионального творчества. Так и на Мосфильме он, после того, как ему стало тяжело выполнять эти большие фоны, придумал метод дорисовки, когда пейзаж или архитектурные формы выполнялись на листе ватмана, а потом уже с помощью монтажа совмещались с кинокадром в единое целое. Но чтобы это получилось идеально, ему требовалось самому разрабатывать и киноаппаратуру, и разнообразные механизмы. Поэтому он еще проявил себя как рационализатор, за что имел поощрение от киностудии. Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Осипович Никулин последний раз перед самой войной побывал на Алтае. Он сюда приехал в командировку, чтобы подготовить место для съемки фильма «Кощей бессмертный» Александра Роу. Как мы знаем, съемки этого фильма потом прошли на Алтае. Премьера состоялась 9 мая, в День Победы 1945 года. А сама киностудия в годы войны была эвакуирована в Алмату. Там художник участвовал также в работе киностудии. И когда в 1944 году уже был близок конец войны, его позвали опять в Москву восстанавливать уже студию там. Но уже художник почувствовал себя плохо, попал в больницу и ушел из жизни в 1945 году и был похоронен на Ваганьковском кладбище. Люди, кто знал его, помнят его как доброго, искреннего человека, отзывчивого. Он с легкостью расставался со своими работами, дарил их. Ученики вспоминают его добрым словом, как своего лучшего наставника. Он был замечательным человеком, и память о нем сейчас находится в Государственном художественном музее Алтайского края. Она заключена во многих его картинах, которых насчитывается почти 150 единиц хранения. Извините за мой канцелярский язык. Сохранился богатый архив. О нем написано несколько монографий. И это видео еще одна дань памяти великому мастеру.